Кто там? Победу одержал Юсуф Мамунахумов, Россия! Награждение спортсменов проводит президент Федерации кикбоксинга Пакистана Самиулла! И в этот момент я предлагаю поаплодировать спортсменам, которые подарили зрелищный поединок. Напомню, что в этом бою участвовал Тахир Рахим, наш гость из Пакистана, и Юсуф Мамунахумов, представляющий Россию. И, кстати говоря, Юсуфу всего 17 лет. Давайте пожелаем ему большого спортивного будущего. Еще раз напомню, что награждение проводит Самиулла, президент Федерации кикбоксинга Пакистана. Вы помните про правила? Фотографии всегда лучше, когда в зале шумно!